Не, ну блядь, мы в принципе можем сюда. Это все азовцы, походу. Вот это американец, походу, какой-то с ними. Инструктор какой-то. Они первые начали. Какого подразделения? ТРО. А, должен. А я жена, я просто с мужем. Просто с мужем, имя да. Какое? Зоя. А какого города? Кременчуг. Один, и что идем? Какие должности женщины? Медсестра. И ты тоже? Психолог. Психолог. Турчина Анастасия Викторовна. Должность? Молодшая молочная сестра. Ага. Подразделение какое? У нас госпиталь. Передо мной в две колонны становись, Сазова. Кого я документы не фоткал? Две колонны. Две колонны передо мной. Вот так. Две колонны. Вы все военные? Две вы колонны. Вы не понимаете. Военные? Колонны, колонны, колонны. Звание, должность? Старший лейтенант, командир рота. Что, твои? Не все. А что не воспитал, что не колонны от шеренги отличить? Не все мои. Я понял. Фамилия? Киященко. Да. Там роты, да? Азов есть? Подразделение какое? Звание, должность, подразделение. Молодший сержант. Навідник, розвідник, перша батарея, гаубичный артилерійський дивізіон. Азов. Азов. Старший солдат, санитар. Азов. Азов. Пленные наши были? У меня нет. Я помощи не надавал. Только своим солдатам? Своим солдатам. Сюда. Потом.